Доступность лекарственных средств. Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения в республике. В частности, речь шла о работе предприятия фармации, которое отпускает лекарства по льготным рецептам. Участники совещания отметили, что сеть государственных аптек работает убыточно из-за ряда факторов. В их числе чрезмерно пустующие площади, которые можно сдавать в аренду и таким образом получать дополнительный доход. Владимир Волков дал поручение правительству республики и лично вице-премьеру Галине Латвановой в 10-дневный срок подготовить предложение по повышению эффективности работы государственных аптек. Глава Мордовии также подчеркнул, что льготные категории граждан, особенно ветераны Великой Отечественной войны, лекарства должны получать вовремя. Число отсроченных рецептов должно быть минимизировано.